Слушай, следующий. Следующий. Пожалуйста. Саша, Дани. Антон. Миша. Значит, внимание сюда. Кто может сделать бросок через плечо? Не вправо, а влево? Или нет? Кто? Ты слышишь, что я говорю? Да. Мне нужно сделать, чтобы кто-то сделал бросок через плечо в левую сторону. Давай, Денис, бери захват. Бери захват, Денис. Одной рукой держишь одну и в эту сторону, да, с колен. Сэмбо, он будет ноги шире, дай ему возможность просто. Бери правую руку. Ему надряд. Да. Да, через спину с колен аккуратно. Подворачивайся. Вот так, пошел. Еще раз. Еще раз. Макс, тренер говорит, ну мне надо замечание. Еще раз покажу. Посмотрите, как делает Максим. Ой, Денис, да, Денис. Видите? О, еще раз. Так, Саша делает, Миша делает. Приготовились? Я считаю, 10 бросов. А, не борется? Потом борется. Внимание. Раз. Приготовились? Два. Приготовились? Три. Приготовились? Четыре. Саша, вот я меня не касаюсь. Приготовились? Пять. Дай мне быстрее вставай. Приготовились? Шесть. Поставьте ноги шире немножко, кто падает. Приготовились? Семь. О, молодец. Приготовились? Нет, отворот. Восемь. Приготовились? Девять. Приготовились. Быстрее встаем. Так, Марк, Денис. Ты делаешь бруски или что ли ты разговариваешь? Да, я не разговариваю. Десять. Меняемся. Второй номер. Нет, Даник, отворот. Нет, другую сторону, другой рукой. Саша, держи руку. Не на голову, не на шею, а сюда ставь. Хаджина, раз. Приготовили, два. Мне что, руку не выставляй, держи этой рукой захват. Три. Миша, держи захват. Четыре. Смотри, наклоняешься вниз. Присядь, приготовились. Четыре. Вот, вот, вот. Приготовились. Пять. Приготовились. Шесть. Приготовились. Семь. Бросок. Бросок. Восемь. Бросок. Приготовились. Девять. Приготовились. Десять. Матэн, время. Приготовились. Три минуты боремся. Сейчас так стоит.
Стойко, Артур, стойко. Место суд. Внимание. Хаджиме. Чего боремся? Боремся. Миша сегодня уже одного пацана снял. Пару порно сделал. Один. Что, Саша два раза? Один. Три порно. Ну, три порно, это же не два. Ну? Не боритесь. Не боритесь, разговаривайте, время уходит. Держи его на краю, и все, и он там шарит. И решит там свободен. Смотри. За выход за ковер. За разговор, который он жил. Пожалуйста, не разговаривай. Базари. Миша, блин. Как сын как тебя, блин? Матэ? Шида за неведение борьбы. Первая шида за неведение. Отпустили запад. Первая шида за неведение. А тебе, слушай, больше, уже второй шида. У тебя был первый ошибок вышел, а это второй. Джо! А я сначала прошел. За разговоры пока не даю, потому что просто ты должен знать, тренер нельзя разговаривать. Надо здорово. Можно и в зале дать, Андрей. Стойку там. Можно и в зале дать. Павло у тебя договор скажи. Давай, Саня, работай. Саня, работай. Рука сверху правая. Не снизу, а сверху шею. Цени биту. Цени биту. Цени биту. Рвайте лапки, Миша, снова брать. Рвайте снова брать. Не работаешь, Миша? Не дави на него. Давай захватывай, Миша. Он тебя в ту сторону будет кидать. В сторону локтя. Ты же знаешь, что делать. Специально так делать. Что на него пошел. Вы заправили? Макс. Назарик. Делай держание. Делай держание. Раз и понял. Стой, стой, стой. Время! Главное, как это все, Андрей? Давай! Два раза не поклонились, ушли. Так, Саня! А вы почему не сделали ничего? Что ты хочешь, блин? Саша, надо выигрывать здесь! Даник, соревнование какое место занимает? Никакое. Поэтому ты выйдешь и не сможешь бросить никого. Вот что плохо. Следующий выше. Так. Этот, ты перейди сюда, Андрей, туда. Ну что, кусочки сбыли? Готовы? Нет. Джек! И поезд через тебя, Андрюха. До конца. Глаза не держать. Стоп, Макс, вот это стоп, Макс. Стойку, пожалуйста. Ты дышишь, но я не вижу просто. Шат.
Все, встали. И полный базарий. Получается три базария. Давай, Катерина, ты играешься. Отдаем, захват. Аккуратно, аккуратно, не рукавили. Ну, держать, Макс! А, Максим! Что, не рукавили? У него палец выбит, он борется. Стоп, стоп, Макс, молодец, хорошо. Все, стойку он не уйдет, стойку и пол. Да, да. А что? Ты знаешь, что я здесь сидел, да? Да. Это не самолет. 2 минуты. 3 раза. 3? Да. Нет. Ногу убери сразу, сделай все в боку. Ногу убери просто, сделай дышание в боку. Вот, назад, назад иди, назад. Назад, назад, я напой, напой, напой. Да, вот. И напой, и напой. Дыхай! Да, ну ты, стой, кон. Так это так, сейчас дыхай. Все, стой, кон, молодец. Я не думаю, что это делать. Все, и кон. Катерин, где твои броски через руку? Максим, где твои ногу перебрось, сделай удержание сбоку. Быстро перешел сбоку. Кот, вот это. Надо в центре стоять. И бегать за ним в центре. Ударим. Время. Ударим. А что на спине? А что ты на спине? Вот скажи, ты просто сам лег на спине? Вот можно? Вот ты берешься вдруг раз на спину лег. Вернее, борешься. Нет, ты, наверное, упал. А кто тебе в этом помог? Поэтому Макс тебе помог. Все, поклонились, ушли, следующий вышли. Следующий! Можно второй? Да. Нет, ты сразу. А знать? Фук. Черт. Да. И сразу давай. Миша, кого дать тебе? Дай мне Сашу. Саша? Саша, давай, а потом сюда. А? Саша не борол? Вперед иди, ты дуданик сюда. Ну что? Итак, Матей! Я что, буду говорить? Значит так, я буду наказывать, пацаны. Если я говорю, и вы говорите, я просто одного буду, первого попавшегося, брать и наказывать. Значит так, бросок через плечо. Делает Денис, делает Саша, делает Миша. Я считаю. 10 бросков. Приготовились. В ту же сторону, куда и делали в прошлый раз. Нет. Через плечо. Саша, ты первый начинаешь. В сторону правой руки. Нет. Правой рукой берем. И в сторону правой руки. Джимэ! Раз. С колен! С колен! Через плечо с колен. Приготовились. Через спину с колен. Через спину. Один, раз, три, два, три. Приготовьтесь, вы тоже будете делать. Четыре. Приготовились. Пять.
Приготовили 6. Приготовили 7. Приготовили 8. Саша, руками не касается, локтями. Ну! Приготовили. Здесь поменялись. Денис, еще 3 бруска делаешь. Почему? Потому что ты сделал 7. Так он ударил меня в голову. Не знаю. Это случайно? Не знаю. Да, случайно, случайно. Раз. Два. Ножки пошире поставили, все будет хорошо. Три. Ты стоишь ноги вместе, голова высоко, поэтому, наверное, я зацепился. Маша, не прошло и год, как ты пришла. Я тебе сказал, через 5 минут быть здесь. Мама, Маша, уже не точно. Все, приготовили второй номер. Маша, честно. Так, сейчас я возьму палочку и буду бить. Маша, ты пришла на тренировку? Что ты болтаешь? Мне надоело. Я говорю, ты говоришь. Второй номер через плечо. Пошел. Раз, быстрее. Ноги шире, Миша, тоже. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Матерь, встали, стойте. Нет, все, время закончилось. Он начал бороться. Встали, я не знаю. Хочешь, боремся. Одень пояс, Саня, быстрее. Что ты не можешь надеть пояс? Быстрее завязывай.